بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Уважаемые участники конференции, гости Республики Дагестан, в первую очередь хочу поблагодарить всех присутствующих за участие в данной конференции. Хочу также пожелать всем взаимопонимания и чтобы Всевышний помог нам услышать друг друга и работать вместе во благо нашей Родины. Тема данной конференции очень актуальна, так как формирование духовных традиций и культуры, нравственных норм, системы воспитания, семейных традиций у всех народов решающую роль играют религиозные устои. И надо отметить, что духовное наследие мусульманских богословов прошлых веков является главным богатством современных мусульман. В последнее время часто приходится обсуждать проблемы сохранения духовного наследия российских мусульман и возрождения традиционного наследия ученых богословов. Хорошо известно, что происходит с молодым поколением, когда оно теряет уважение к старшим, не прислушивается к ученым, теряет ревностное отношение к своей религии, неотъемлемой частью которой является любовь к родине. К сожалению, такая молодежь оказывается подвластна влиянию экстремистских идей, чуждых для ислама убеждений. Если оставлять это без внимания, то последствия будут плачевными. В прежние времена, чтобы уберечь детей, достаточно было оградить их стенами своего дома. Сегодня же их мышление формирует социальные сети, и молодые люди нередко становятся жертвами псевдорелигиозного экстремизма и терроризма. Поэтому одной из главных задач, стоящих сегодня перед обществом, представителями власти и религиозными лидерами, является активное противодействие любым проявлениям экстремизма и терроризма в нашей стране. Однако данную проблему невозможно решить только силовыми методами. Ее нужно решать с помощью диалога, который может дать положительный результат. От проповедников, ученых богословов, во многом зависит формирование ценностных ориентиров и гражданской позиции прихожан мечети, разъяснение опасности невежества, насилия, преступности, коррупции как для государства и общества в целом, так и для каждого в отдельности. Многолетний опыт показывает, что добиться успеха в этом направлении без возрождения традиционного духовного наследия ученых богословов, таких как Зайнулла Шарифи, Хасан Афанди, Саид Афанди, невозможно. Муфтият Республики Дагестан на протяжении многих лет ведет работу как с верующими, соблюдающими религиозные обряды, так и со светскими людьми, молодежью, которые только стали интересоваться основами веры. Такой подход к работе способствовал снижению радикальных настроений, уменьшению числа молодых людей, сочувствующих экстремистским идеям. Благодаря этой работе возрождаются основы богословской правовой школы, традиционной для России и Дагестана по мазхабам имамов Аш-Шафии и Абу Ханифи, рази Аллаху анхум. Хочу отдельно выразить слова благодарности муфтию Духовного собрания мусульман России Альбиру Рифкатовичу Карганову, всем его коллегам, которые отозвались и приняли участие в организации данного мероприятия. Одном из хадисов посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорится: «Аль-буглу филлах, валь-хуббу филлах миналь иман». Любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха из веры. Не сомневаюсь, что ваш приезд, уважаемые гости, в Дагестан и ваше трепетное отношение к проведению данной конференции является ничем иным, как проявлением вашей любви и уважения ко мне лично и ко всем дагестанцам.
Мы, в свою очередь, отвечаем вам взаимностью и еще раз благодарим за проявленное к нам внимание. Уверен в том, что все наши встречи, в том числе и конференции, и совместно проводимые мероприятия послужат причиной решения общих проблем современности, уменьшению конфликтов, противоречий и разногласий российской мусульманской уммы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва алейкум.